утро на Енисее. Продолжаем путешествие по нелегким атрибутам женской моды. В данный момент мы попробуем каблуки. На мой 44-й нашлись только эти театральные туфли. Начинаем тест-драйв. Помогает мне Дарья. Девушка каждый день ходит на каблуках. Но сегодня были кроссовки, вдруг придется меня ловить. Оказывается, основная проблема заключается в том, что в туфле на каблуке вся нога соскальзывает к носку. Пальцы затекали, становилось трудно держать равновесие даже на 5-сантиметровом каблуке. Раз, два, три, четыре. Кроме подиумной походки, я освоил йогу для беременных. Оказалось, что дыхание лучше всего помогает избавиться от боли. Буду использовать это, когда мне в очередной раз прилетит мечом. Кстати, для того, чтобы в полной мере ощутить себя беременным, я носил под кофтой груз весом 8 килограммов. Двойня! Теперь, когда мы с женой будем ждать ребенка, я точно смогу ее поддержать. Ну да, и стараемся так устоять. Но самое яркое впечатление на меня произвела депиляция. Женщины используют для этой процедуры более 20 полосок с воском. В голове не укладывается. Мне наклеили только одну, но этого хватило, чтобы решить точно. Больше я этого делать не буду. И в завершение хочется сказать. После йоги у меня болела спина. После депиляции горела кожа. После каблуков у меня отваливались ноги. И это только минимум, что я смог попробовать. Поэтому спасибо, женщины, за вашу красоту.